Так. Два желтка не получились, блин. Теперь я понимаю, как надо делать. Сейчас посмотрим. Так, это четвертый желток. Вот он вроде бы получился. А это все, что не получилось. А, он уже тоже вытекает. Так, сейчас посмотрим. Сейчас горячее масло переложим. Так, вроде бы что-то получилось. О, шестой уже получается. А-а-а, лопнул. Я хотел уже сказать, почти прекрасно. Ладно, короче. Первый раз не получилось. Это дожарим так. Так, из семи получилось полтора. Но это, блин, тоже вкусно. Сейчас будем продолжать вторую часть. Так, белок от эксперимента. Это желтки. Сейчас будем делать так. Вот, сбили яички. Сейчас будем их обжаривать. Так, вроде бы начало есть. Вроде бы ничего так даже выглядит. Этот вроде бы получается. Вот перевернул. Вроде бы ничего так. Так. Получилось такое. Так, теперь сверху помидорки. И, конечно, немножко приправить. Так, самосольная красная рыбка в масле. Так, красная рыбка. Укропчик. Так, тертый сыр с писташками.